Повторно отстраненный столичный полицейский Сергей Алинник еще 2 месяца не сможет выезжать на патрулирование. Такое решение сегодня принял Голосеевский райсуд Киева. Напомню, полицейского подозревают в умышленном убийстве пассажира БМВ. Подробнее о судебном процессе, где наконец-то собрались все стороны, расскажет Юлия Жешко. На сегодняшнее заседание пришли обе стороны. Родственники погибшего в перестрелке Михаила Медведева возмущены тем, что патрульный до сих пор на свободе и не уволен из полиции. Это все полностью зафиксировано, материал остался. 100% доказано, что первая пуля ему зашла через ребро, через легкие в сердце. Он находится на той же посаде, как и был, по юридическим документам. Защита Олейника признает, он до сих пор служит в полиции, однако уверяют, что боевого оружия у него нет. Та посада, яку він на даний момент займає, не передбачає носіння зброї. В принципі. Він зараз працює з документами по ДТП. Фактично це робота клерка, це робота з документами, з комп'ютером. Подозріваємий з неохотою признав, що до сих пор інспектор. Але відповідно до наказу керівництва я відряджений в відділ розшуку. Прокурор потребовал отстранить Алинника от должности, на что защита заявила. Для этого нет никаких правовых оснований, потому что еще нет решения суда. Жодних доказів, як то вимагає кримінально-процесуальний закон, прокурора не надано. Більше того, неможливо відсторонити від того, чого юридично не існує. Решение служителей Фемиды долго ждать не пришлось. Сергея Алинника таки отстранили на 2 месяца и назначили меру пресечения – личное обязательство. То есть патрульному всего лишь запретили покидать столицу и обязали согласовывать все действия с прокурорами. Прибывать за каждой вимогою до прокурора або суду, не відлучатись из населенного пункта, в якому він проживає, отримуватись від спілкування із потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні. Прокурор решением остался доволен. По словам Александра Жила, обвинение потребовало бы для подозреваемого и высшую меру наказания – пожизненного тюремного срока. Но закон более мягок. Найтяжчою статьей є замах на вбивство, яка за санкцію передбачає довічне позбавлення волі. Однак на даний момент йому загрожено більш тяжкою статтею – 15 років позбавлення. Адвокат же полицейского Ростислав Пукало заявил, что отстранение – это не увольнение. Дескать, подзащитный продолжит ходить на работу и получать зарплату, как раньше. Просто не будет выезжать на патрулирование. Юлия Жешко, Богдан Саврудский. Подробности. Телеканал «Интер».